Я люблю стихотворения рассказывать, так как и частушки. Мне очень нравится стихотворение рассказывать, особенно с выражением. Я с детства читаю стихи. Для меня это познавательно. Участие в данном корпусе важно для того, чтобы привить для наших детей чувство патриотизма, долга для Родины. За небо синее, за мир, за декабрь чисто. Спасибо вам, мы говорим, товарищи чекисты. Любуемся, наша держава, волшебной твоей красотой. Россия, ты мать нам родная, навечно мы вместе с тобой.